Мы вас приветствуем в нашем центре компьютерного обучения, специалист при МГТУ имени Баумана. И сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема, касающаяся мифов об управлении командой проекта. Начнем с того, что команда проекта – это неотъемлемая часть практически каждой организации. Вокруг нас масса всяких проектов, начиная от рабочих проектов, телевизионных проектов, личных проектов, например, когда мы собираемся строить загородный дом или ехать куда-то отдыхать, это ведь тоже своего рода проект. И всегда для реализации проекта нужны человеческие ресурсы, то есть некая команда. И еще здесь есть слово «мифы». Мифы можно интерпретировать по-разному. Например, есть такое значение, как вымысел, некритическое ошибочное толкование каких-либо событий. Но мне бы хотелось рассматривать мифы вот в названии этого семинара как стереотипы восприятия. То есть это не хорошо, не плохо, но это данность. Вот есть и есть. Как с этим работать, мы сегодня тоже об этом поговорим. Несколько организационных моментов. Это информация о нашем центре. Нам в этом году исполняется 28 лет. Когда? 10 ноября. Очень легко запомнить. 10 ноября в день милиции. 28 лет там уже будет. Для учебного центра достаточно большой возраст. И у нас много уже наработок различных. Мы являемся первым центром и самым большим крупным центром во всей Восточной Европе, чем очень гордимся, чем вас тоже поздравляем, потому что вы тоже имеете отношение к нашему центру непосредственно. Без вас бы ничего не было. И в нашем центре более 250 преподавателей, в том числе одним из этих преподавателей являюсь я. Меня зовут Ольга Юрьевна Светлышева. Это мои регалии. Опыт работы начинал с преподавания, затем, получив диплом о профессиональной переподготовке, обучившись, ушла в HR. HR – это Human Resources, человеческие ресурсы. Так называют менеджеров по персоналу и директоров по персоналу, HR-директора, например. На сегодняшний день я выросла до директора по персоналу. 10 лет назад пришла в Центр компьютерного обучения специалист директором по персоналу и затем плавно опять перетекла в преподавание. На сегодняшний день я консультирую, публикуюсь. Курсы, которые я веду, это курсы по управлению персоналом, кадровые курсы и курсы по управлению командой проекта. Потому что здесь тоже есть менеджмент, это тоже работа с людьми и, естественно, я его тоже веду. Мои контакты. Адрес моей электронной почты вы можете увидеть в личном кабинете. На сайте специалист.ру есть информация обо всех преподавателях, обо мне тоже есть. Пожалуйста, приходите, читайте мои статьи, видео смотрите. Мне всегда это приятно. В социальных сетях тоже есть, чаще всего бываю на Facebook. А ВКонтакте у нас есть свой клуб. Тоже приглашаем вас в наш клуб. Тоже будем всегда рады видеть вас. Значит, я сейчас буду показывать вам презентацию, комментировать слайды, и сразу же хочу сказать, что все эти слайды я готова выложить в личном кабинете. Не то, что готова, я даже это сделала. Итак, если вы правильно войдете на страницу группы, это семинар «Мифы об управлении командой проекта», то здесь я уже выложила презентацию к этому семинару, поэтому переписывать со слайдов можно не переписывать. Все это, весь материал у вас уже есть, он доступен. На сегодняшний день проекты – это такое модное направление, достаточно современное, и проектами занимаются разные организации с точки зрения оптимизации проектов, да, разработки процессов и всего прочего. И вот одной из организаций является Project Management Institute, то есть это американский институт Соединенных Штатов, институт по управлению проектами. Это некоммерческая организация, и цель этой организации состоит в том, чтобы обмениваться опытом, знаниями и навыками среди менеджеров проектов. То есть акцент, целевая аудитория, да, акцент делается на целевую аудиторию, это менеджеры проектов. А если вам интересно получить представление о процессах, которые происходят в управлении проектами, то вы можете обратиться вот к этому изданию. Это 6-е издание, обратите внимание. Вышло оно в сентябре 2017 года. Документ называется PMBOK,
сокращенно расшифровывается как свод знаний по управлению проектами, переводится, а расшифровывается как Project Management Body of Knowledge. Свод знаний по управлению проектами. Guide to. Я попрошу наших вебинаристов поставить плюсик, а очных слушателей, кто здесь присутствует, поднять руку. Кто знаком с этим документом? Нет. Очень-очень рекомендую, потому что это база. Таких документов есть еще, но мы специализируемся вот в нашем центре именно на этом документе, потому что там все четко, буквально вот по полочкам разложено, как правильно выстраивать процессы по разным направлениям проектной деятельности. Там эти процессы есть и цели. Но там именно база. Написано, что делать нужно, но не написано, как этого достичь. Поэтому наступил момент, когда нам перед нами стало задача разработать курс, который называется «Управление командой проекта. Роли и компетенции руководителя проекта на 16 академических часов», где мы и рассказываем, какими инструментами и какими методами можно разработать эти процессы, как ими управлять, в частности, командой проекта. Курс состоит из 16 академических часов, из 4 модулей. И здесь по порядку, так уже как и в PMBOK, все написано. Планирование команды, набор, развитие и управление командой. В том числе и мотивация тоже есть. И, кстати, кто собирается сертифицироваться на статус Project Management Professional, то вот этот курс, он дает 12 очных часов. Ну, кто идет по этой программе, наверняка это знает. Ну, остальные просто приглашаем на этот курс. Этот курс вы можете найти в схеме прохождения курса по управлению проектами. Курс междисциплинарный, поэтому он находится так на грани между управлением проектами и, ну, мы назвали кадровый менеджмент HR-ами, скажем так. Вот здесь он тоже есть, на этой схеме тоже он виден, управление командой проекта. Кому полезен будет этот курс? Да, абсолютно всем, кто занимается проектами. Начиная от менеджеров проектов, которые непосредственно руководят командами, и заканчивая людьми, которые... Да что ж такое, мне исчезает? Вот анимация какая, да? Людьми, которые просто интересен этот вопрос. Руководитель подразделений и все. Вот так. Он сам решил, кому что показывать. Понятно. Документ об окончании, который вы получаете после этого курса, либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Если вы еще пока не знаете разницу, но вам очень хочется узнать, обращайтесь ко мне, к нашим менеджерам, и мы вам расскажем, в чем разница между этими двумя документами. Ну, а мы приступим, собственно, к содержанию. Есть такое понятие, как идеальная команда проекта. И, наверное, каждый менеджер по проектам хочет, чтобы у него была вот такая идеальная команда, чтобы она слаженно работала, была эффективна. Скажите мне, пожалуйста, или напишите, если это вебинаристы, те, кто удаленно с нами работает, напишите, что для вас идеальная команда, какая она, можно говорить. Прошу. Люди одной группы крови. Например, какой группы крови? Первой? Ну, например, первой группы крови. Хорошо. Еще. Что значит идеальная команда проекта? С одинаковыми мышлениями и целями. Следовательно, можно я продолжу, да, эту мысль? Следовательно, это люди должны быть, наверное, единомышленники, и они... О, отлично, и Оксана подтверждает, все идут к общей цели, то есть они так вот все вместе вот выстроились и прямо вот к общей цели движутся, и никаких конфликтов у них не может быть, ничего вообще, вот все прямо на одной волне. Нет, они разные. Нет? Они должны дополнять друг друга. Они должны... Они должны дополнять друг друга, они не должны быть одинаковыми, но цель одна, и движутся они, и конфликтов быть... Может и быть. О, как. Тогда это не идеальная команда? Или все-таки бывают разные. Или все-таки идеальная? Они бывают и позитивные, и негативные. Поняла. Поняла. Значит, конфликты допустимы. Допустим. Хорошо. Какими еще чертами обладает идеальная команда проекта?
Ну, по вашему мнению, я не говорю, что что-то правильно, что-то неправильно, потому что здесь правильного ответа нет на самом деле. Это просто видение каждого менеджера проекта. Представьте себе, что вам надо выполнить какой-то проект, и вы подбираете себе команду. Взаимозаменяемость. Взаимозаменяемость, то есть универсализм некий да. должен быть еще. Ну, чтобы удобство, ну, вообще как бы, чтобы они между собой могли тоже ладить и понимать. Угу. Взаимопонимание внутри коллектива должно быть в команде. Спасибо. Еще что? Чтобы не было родственников и друзей, будем проверять обязательно, потому что с ними невозможно работать, это на эмоциональный уровень. Выходите, все, попробуйте, да, что-то заставьте. И еще Екатерина пишет, управляемая, команда должна быть управляемой. А действительно, должна ли она быть управляемой? Да? То есть должен быть сервер? Нет. Почему? Может быть, мягкое управление? Мягкое управление. Мягкая сила. Да, это тоже современный тренд. Нашей политики в том числе. Хорошо, мягкая сила. Я прошу вас запомнить то, что мы сейчас сказали, потому что мы будем выяснять, какие стереотипы, какие мифы существуют с точки зрения управления командой проекта и насколько они работающие и вообще как с ними дальше жить. Поэтому мы рассмотрим несколько мифов. Первый миф. Главное, чтобы были профессионалы, а команду из них легко сделать. Менеджеры проектов хотят, чтобы все члены команды были, извините, я так сделаю, хорошо знали свое дело, да, мы их наберем, ну а там уже как-нибудь выстроим взаимодействие внутри коллектива. Следующий миф – это полувозрастные предпочтения. Например, такой – мужчины более командные игроки, чем женщины. Или молодые люди работают в команде более эффективно, чем, допустим, люди более старшего поколения. Помните теорию поколений X, Y, Z и так далее. Третий миф. Команде нужен не начальник, а лидер. Мягкая сила, да? Ага. Кстати, лидер не всегда мягкая, но пусть будет сила. Четвертое. Команде постоянно нужны новые люди, которые приносят энергию, свежие идеи. А? Вот этого у нас не прозвучало, но вот такой миф существует. Пятое. Личное общение устарело, будущее за виртуальными командами. Это современный тренд. Многие команды и организации увлекаются этим, и это приводит тоже к определенным последствиям, о которых мы сейчас поговорим. Шестой миф. Большие команды более результативны, чем маленькие. Чем больше людей, тем больше мы сможем сделать общими силами. И быстрее, что самое главное, это миф. Седьмой миф. Команде не нужна дисциплина, люди сами управляют собой. Помните бирюзовые организации? Угу. И восьмой миф – это в команде не должно быть конфликтов. Ну, мы выяснили, что конфликты должны быть, и что они разные, а вот дальше продолжим. И начинаем с первого мифа. Поскольку я занималась подбором персонала, то прекрасно знаю, что любой руководитель, который заполняет заявку на подбор персонала, и менеджер проекта в том числе, он, конечно же, в первую очередь пишет, требования к квалификации. Знания, умения, навыки, опыт работы должен быть вот такой, да, там куча всяких документов, чем больше, тем лучше и так далее. Так вот, первый миф, главное, чтобы были профессионалы, а команду из них я как-нибудь уж сам сделаю, да, он действительно является мифом. Это заблуждение. Практика показывает, что там, где есть возможность обучения во время проекта, например, да, или до, или во время проекта, да, лучше брать работников менее, может быть, профессиональных, но с какими-то другими качествами, например, с личностными качествами. Вот то, что мы говорили, в команде обязательно должно быть взаимопонимание. Неважно, какие взгляды у людей, но самое главное, чтобы они умели идти навстречу друг другу. Вот это вот очень важно. И когда рисуется некий профайл, портрет, такой вот профайл, профиль, да, профиль, портрет будущего кандидата, то надо обязательно обращать внимание на то, чтобы у него в этом портрете были не только профессиональные, но и личностные качества. Что нам может помочь? Ну, во-первых, как вы думаете, что важнее, квалификация или мотивация? А квалификация не важна. То есть, если нам надо построить дом, мы принимаем в проект желающих строить, гастарбайтеров, например, но которые никогда этим не занимались. Вот.
Отлично. Итак, мы говорим этому человеку, что мы готовы вас взять, но нам нужна квалификация. Давайте на следующий проект. Он учится, 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 приходит на следующий проект уже с определенной квалификацией. Отлично. А бывают случаи, когда мы готовы взять без высокой квалификации, но человека, который очень хочет работать на этом проекте. Это на какие позиции? На начальные, на стажировочные какие-то позиции, ассистентами, помощниками, может быть, даже специалистами. Но там, где он работает в команде, и там, где другие специалисты могут его подстраховать и помочь. Самое главное – мотивация. Если человек не хочет, какая высокая квалификация ни была, чем выше квалификация, тем хуже. А почему? Претензии, корона. У нас нет времени на снятие короны. Вот, и здесь, конечно, может быть очень сложно. Про личностные качества. У каждого человека есть свое мировоззрение, свои взгляды на жизнь. У каждого взрослого человека, скажем так. И шаблоны мышления. Есть такое понятие, как метапрограммы. Слышали? Это из НЛП, нейролингвистического программирования. Не пугайтесь, это почему-то многие пугаются. Это не страшно. Это инструмент, так же как нож, да? Потому что ножом можно порезать хлеб, а можно и что-то, преступление совершить. Вот так же метапрограммы. Нейролингвистическое программирование можно на благо пустить, что мы сейчас и будем делать. Вот. Ну, а можно манипулировать людьми, и этого мы делать, конечно, не будем. Потому что я глубоко верю в бумеранг судьбы, да, не навреди, и делать другому мы плохо не будем. Так вот, что такое метапрограммы? Это шаблоны, через которые мы воспринимаем мир. Например, есть такая метапрограмма «Процесс-результат». Есть люди процессуальные, которые приходят и изо дня в день делают одно и то же. Им это все нравится, и вот их не трогайте, потому что у них все налажено, и они знают свою работу прекрасно, и действительно у них все хорошо получается. Процесс. А есть люди результативные, которых не устраивает вот это вот повторяющиеся действия изо дня в день, им хочется каждый раз что-то новенькое. Такие творческие люди, креативные люди. Так вот, как вы думаете, в проекте предпочтение, каким метапрограммам будет отдаваться, процессу или результату? Конечно, конечно. Практически любой проект, он имеет срок окончания. И поэтому желательно закончить его именно в тот срок, который указан. А процессуальный человек, он будет наслаждаться действием. И он даже не будет думать об этих сроках. Поэтому нам нужны те, у кого метапрограмма ближе к результату, а не к процессу. Или, как вы думаете, какая команда будет лучше работать? Там, где одиночки, это тоже метапрограмма такая, да? Эта метапрограмма называется «Роль в деловых отношениях». То есть позиционирование себя. Это не значит, что он на самом деле одиночка, но он позиционирует себя как одиночку или командный игрок. Итак, одиночка, командный игрок или лидеры. Какая команда будет более успешной? Там, где все лидеры. Вот у нас 5 человек, и мы все лидеры такие, и команда у нас... Все-таки лидер один. А остальные... Одиночки или командные игроки для проекта? Командные игроки, потому что общая цель проекта, потому что сроки, потому что мы все взаимосвязаны, у нас нет отдельных каких-то вот этих вот областей деятельности, мы все делаем все, да, взаимозаменяемые должны и так далее. Поэтому нужны, конечно, больше командные игроки. Ну и, наконец, еще одну метапрограмму, их гораздо больше, ну вот я просто приведу пример. Это метапрограмма, которая называется «Тип преференции». Есть внешний и внутренний тип референции. Внешний тип – это когда человек прислушивается к другим людям и делает то, что они хотят. Ну, чаще всего идет на компромисс. А внутренний тип – когда он отстаивает свою точку зрения. Не путать с ролью в деловых отношениях. Это разные вещи. Ну, скажем так, похожие, но не идентичные. И вопрос. В команде... Какие предпочтительны члены команды с внешним типом референции, который будет прислушиваться к остальным, или с внутренним? Предпочтение дается, конечно, внешнему типу. Потому что даже если у него точка зрения и правильная, то
что и он не смог ее доказать, то надо делать то, что говорят, да, окружающие. И вот Оксана тоже с нами участвует, пишет командную игру. Совершенно верно. Поэтому самое главное при подборе членов команды учитывать не только профессиональные навыки, сколько, может быть, больше в данном случае учитывать личностные какие-то качества и метапрограммы в том числе. Потому что они меняются, да, их можно изменить. Но это потребует огромного вложения сил, огромного времени, промежутка времени. И самое главное, чтобы человек захотел. Ну, если он не захочет меняться, ничего не получится. А вот профессиональные знания, умения, навыки можно ему дать при желании. Второй миф, который мы рассмотрим, это полувозрастные предпочтения, то, что мужчины более командные игроки, чем женщины, а молодые люди работают в команде. Вы согласны с тем, что мужчины – это более командные игроки? Нет, конечно. Почему? А почему, как вы считаете, что мужчины больше одиночки, чем командные игроки? Почему у них это… Мужчины больше лидеры. А, хорошо. Мужчины больше, более лидерских качеств. То есть мужчина более ведущий, женщина более ведомая. Я даже не спорю с этим. Вот и Оксана пишет «да». Я не знаю, на что она написала «да», но, видимо, согласна с нами. И я с вами тоже согласна. А как вы думаете, почему так происходит? Да, да. И природа, и воспитание. Изначально, когда мы жили, наши предки, да, жили в каких-то там опасных условиях, то мужчина более выносливый, более так физически развитый. Конечно же, он был добытчиком, и на него все молились. А женщина там берегла очаг. И на сегодняшний день, во всяком случае, в России и во многих восточных компаниях и организациях, и странах, все-таки вот этот гендерный признак, он очень явно выявляется, и женщина, ну, на шаг, да, за мужчиной идет. Хотя в западных компаниях уже меняются приоритеты, но, вы знаете, самое интересное, я очень удивилась, сейчас вот даже скажу, какая компания проводила опрос, вот, компания, которая называется Grand Toronto International, Toronto International. Первый раз слышала об этой компании, но вот есть такая компания. Она проводила опрос в России и выяснила, что среди топ-менеджеров высших управленческих должностей в нашем бизнесе, в российском, 40% занимают женщины. Представляете, позиции. Вот. Ну, так по моему опыту поменьше будет, но я им доверяю. Я доверяю. Возможно. Возможно, это заместитель. Заместитель генерального директора, например. Ну, это же тоже топ-менеджмент. Вот, пусть даже будет так. Но все равно, как бы, вот приятно. Или родственники. Понятно. Вот, поэтому в данном случае женщина действительно, та женщина, которая находится дома и хранит командный очаг, домашний очаг, вот, она эту роль переносит, наверное, и в команду. Женщины более гибкие, они, ну, больше договариваются, и те преференции у них больше все-таки внешние, потому что они должны прислушиваться ко всем, и к родителям, и к детям, и к мужьям, и к соседям. И, ну, в общем, такая вот наша женская доля. Да? Поэтому это миф, это стереотип, который, как мы видим, не всегда работает. И про молодых людей. Теорию поколений американцы придумали, и что через каждые 20 лет рождается новое поколение со своими взглядами и так далее. Это хорошо работает на самом деле, и у нас в России тоже работает, проверено жизнью, это так. Вместе с тем, хотела бы спросить, да, ваше мнение. Как вы считаете, молодые люди работают в команде более сплоченно, чем люди старшего поколения, или нет? И почему? Нет. Почему нет? Потому что у них нет опыта, и они не могут еще... У них нет опыта, они не могут с другими считаться. И какие риски тогда? Не командные игроки. Понятно. А люди более старшего возраста? У них есть опыт? Более терпимые, гибкие? Более усидчивые, гибкие. Угу. Согласны? Да, но и звездности у них уже. И звездности уже нет, или уже есть? Больше. Больше. Звездности. Все больше и больше.
Таким образом, делаем вывод, что однозначного ответа здесь быть не может. Нельзя сказать, что мужчины или женщины, лучшие или молодые люди, или люди взрослого возраста работают. Команда должна быть, конечно, разноплановой. И если менеджеру команды удалось, вот менеджеру проекта, удалось создать такую команду, где каждый знает свое место и каждый играет свою роль, это замечательно. Третий миф звучит так. Команде нужен не руководитель, а лидер. Поясню, что я имею в виду. Это действительно разные понятия. В свое время, когда я училась, это было давно, еще при Советском Союзе, я училась в высшем учебном заведении, и нас учили следующему, что есть руководитель и есть лидер. Руководитель – это начальник, администратор, ну а лидер – это вот этот вдохновитель. И, как правило, лидеры, тогда, во всяком случае, это считалось, они являются неформальными. И счастье, когда неформальный лидер является и формальным лидером, вот этим руководителем. Ну вот примерно то же самое я встречаю на сегодняшний день и в западной литературе. Подход примерно такой же, видите, они делят на руководителей и лидеров. Например, Уоррен Беннис, он 12, по-моему, да, различий привел между руководителем и лидером. Я, естественно, зачитывать не буду. Если вот видно, посмотрите. Если плохо видно, дом посмотрите. Вот такие различия он привел. И Екатерина пишет о том, что сейчас поколение индивидуалов. Ну да, есть такое дело. Холодно? Я сейчас выключу. Все, я вас спасла. Если говорить о лидерах и руководителях, то есть такой замечательный тест, может быть, вы его проходили, может быть, встречались с ним. Это тест называется «Роль в команде» и разработал Мередит Белбин. Если не встречались, вот просто рекомендую посмотреть в интернете, он есть, он доступен, попробуйте его пройти, он очень хорошо работает. Мередит Белбин разделил всех людей по роли в команде на 8 категорий. В том числе есть две управленческие категории лидерские. Он разделил именно вот по этому принципу. Одного назвал председатель. Это тот, кто хороший организатор, администратор. Да? Вот. А второй – формирователь. Формирователь, он напротив вдохновитель, скажем так. Да? Он вдохновляет на действие. Пришел и сказал: «Ребята, айда за мной!» И все, значит, они побежали. Да? Вот. А председатель, он все четко прописывает, какие-то процессы, какие-то сроки устанавливает и так далее. Поэтому вот такая разница. Так вот, вопрос. Действительно ли команде нужен не руководитель, а лидер, чтобы он вдохновлял? Ну, а организовать, может быть, действительно не стоит. Хорошая команда и сами знают, куда идти, что делать. Так ли это? А зачем нам нужен руководитель? Команда расслабится. Но вы знаете, в чем особенность вот этого формирователя или вдохновителя? Что он еще может оказывать давление? Моральное. Он может морально задавить. То есть это не значит, что он всегда только пряником действует. Но кнут у него тоже есть. Такой вот своеобразный, но все-таки имеется. Вот так подойдет такой формирователь, такой лидер? Без особой организации, бюрократических каких-то издержек и так далее. А? Нет, мне кажется, не должно быть. Практика показывает, что одного вот этого запала, пусть даже позитивного и негативного и так далее, недостаточно. Действительно, работу надо организовать. И мы помним, что основные функции руководителя любого, в том числе и руководителя проекта, PM-менеджер, PM-менеджер хорошо сказала, да, менеджер проекта, project management, должны быть планирование, организация, мотивирование и контроль. Никто не отменял, и без этого хороший руководитель, наверное, не сможет. А в нашем случае получается, что формирователь выполняет только одну функцию – мотивирование. А положительное или отрицательное – но только мотивирование, да? Поэтому этот миф тоже, к сожалению, не работает. Четвертый миф. Команде постоянно нужны новые люди, которые приносят энергию. Еще говорят, о команде требуется новая кровь. Вот это мне нравится. Кровь. Кровь нам нужна. Каждые 2 месяца, да? Вы с этим не согласны, насколько я поняла. Почему нет, Анна? Они не успевают на работе, они
Через каждые два месяца. Приходят новые люди, не успевают наработать опыт, и что происходит? Получается, у нас нет организованности, нет результатов. А что с ними через два месяца происходит? Куда они деваются? Они уходят. Пришел, натворил и ушел. Получается, переводит в другое место, и он там тоже чего-то начинает творить. Вы знаете, коллеги, вот очень много бед, к сожалению, принесли выпускники MBA. Это хорошее направление, бизнес, образование. Вот. Но, к сожалению, многие выпускники, на которых надевают корону при выпуске и говорят, вы умные, там люди сидят, они вообще ничего не знают, не понимают, вот вы придете для того, чтобы... И покажете, как надо. Для того, чтобы все это реализовать, вам необходимо чистое пространство. Сначала вы сносите все до основания, а затем уже начинаете строить. Ну, потому что на старой команде и на таком вот фундаменте вы ничего не построите. Вот примерно такую вещь им дают, вот с таким запалом их выпускают. И умные люди, взрослые, они понимают, у них уже есть опыт. А молодежь-то, которая еще не имеет такого вот опыта, и жизненного в том числе, они так и приходят, такие наивные приходят и говорят. Говорят они красиво, естественно, терминологией владеют. И говорят лицу, принимающему решение, вот дайте месяц, мы все сейчас сделаем. За этот месяц они все сносят, увольняют всех старых, ну или каким-то образом там еще расчищают себе поле. И хотят уже начать выстраивать. Но тут лицо, принимающее решение, понимает, что что-то не так, вызывает их и говорит, ну что, где результаты? Я говорю, какие результаты? Мы только вот начали разрушать. Подождите. Вот. Понятно, что это никому не понравится, наверное, да, к тому же уже и негатив от предыдущих работников накапливается, и в результате все заканчивается очень... Мы уже проходили в 917-м. В 917-м мы проходили? Выпускники MBA все развалили? Да. Сначала разрушил, а потом. И это тоже я разрушил, да? Какая жалость. Да, действительно, все революции, они в этом смысле, наверное, не очень созидательны, потому что требуется очень много времени и очень большими силами все это тратится. Лучше эволюционный путь. И вот здесь я хотела бы вспомнить еще в рамках, говорить в рамках работы с командой, я бы хотела вспомнить стадии формирования команды. Это стадия формирования по модели Брюса Такмана. Слышали про такую модель? А вот эта модель, она очень верна для команды проекта, потому что команда проекта имеет срок окончания. Вот где-то примерно здесь вот заканчивается. Да? Итак, что же происходит? Брюс Такман выделил несколько фаз или по времени. Сначала команда приходит и работает на каком-то определенном уровне. Еще мы не знакомы, мы пока притираемся друг к другу. Ну, естественно, каждый в новой команде хочет показать как-то себя с лучшей стороны. Да? Поэтому стараются показать знания, умения, навыки и так далее. И вот у нас производительность растет до какого-то определенного уровня. Но потом, после формирования, почему-то наступает спад. И дальше начинает вообще штормить. Смотрите, как низко упала производительность, ниже, чем была изначально. Как вы думаете, с чем это связано? Брюс Такман назвал это псевдокомандой. Потому что, совершенно верно, притирка идет. Потому что каждый уже снимает маску, если здесь мы еще в масочках были, вы улыбались друг другу, потому что терпение заканчивается, а сколько можно, снимает маску и предстает перед группой таким, какой он есть. И вот тут начинаются все эти конфликты. Здесь начинается борьба за власть, например, если это какие-то лидерские качества есть у работников. Здесь, если неправильно организован работа в проекте, начинается деление полномочий, ответственности и всего прочего, и поэтому, естественно, производительность снижается. Ну и дальше, если ничего не делать, то, как мы видим, так производительность будет вот в таком низком уровне, и не факт, что мы этот проект вовремя закончим и качественно закончим. Если же мы все правильно сделаем, то производительность должна вырасти, и мы переходим в следующую фазу, который называется потенциальная команда. Потенциальная команда. Это еще не команда. Командой будет только тогда, когда все вот эти противоречия будут разрешены, когда люди привыкают друг к другу, может быть, даже путем замены каких-то членов команды. И вот тогда это уже команда. Вот. И мы дальше работаем. Если новый проект, то мы проходим те же самые стадии, но уже, видите, гораздо более мягко. Все равно в новом проекте... В стадии формирования команды Такмана все равно играет роль.
Следовательно, миф о том, что команде постоянно нужны новые люди, которые приносят энергию, несостоятельен. Если мы на каждом этапе будем новых людей добавлять, то каждый раз вот с новым человеком вот это все будет происходить. И нас будет постоянно штормить, правильно? Пока мы не сработаемся. Следующий миф – это пятый миф. Личное общение устарело, будучи за виртуальными командами. И действительно, многие уже переходят на роботов, на искусственный интеллект. Да? Смотрели фильм 2013 года, по-моему, «Она» называется. Да? Как молодой человек влюбился вот, в виртуальную девушку. Вот. Я посмотрела, удивилась, а сейчас я смотрю, думаю, наверное, все это в действительно в будущем будет. Вот. А подбирает персонал у нас уже робот Вера, ей уже отдали эту функцию. И вообще мне периодически звонят какие-то боты и чего-то там предлагают. Да. А, аутсорсинг. Значит, что такое аутсорсинг? Аутсорсинг – это вынесение за рамки компании не специфических бизнес-процессов. Например, охрана на аутсорсинге или клининг на аутсорсинге, бухгалтерия. Но вот это мне не нравится, но я согласна. Некоторые компании отдают, к сожалению. Мне кажется, нельзя бухгалтерию и кадры отдавать. Ну, отдают, да, на аутсорсинг есть такое дело. А потом сами же страдают от этого. Вот. А я имела в виду удаленные общение. Только, допустим, через скайп, в лучшем случае, а то и по переписке, и все. Потому что... Лучше у нас есть все время заявки. Раньше можно было позвонить, там, сказать какие-то, если там... А теперь, значит, у меня не фамильничает, и пересылают, получается, мы это пишем, они нам отсылают и говорят... Пожалуйста, не отвечайте на это письмо, если дело работает. Анна, это называется бюрократизм. Простите, пожалуйста, но это не виртуальная команда, это бюрократы просто. Ну, а если мы говорим о виртуальных командах, то мы знаем, что человек может работать из любого, из любой точки земного шара, там, где есть интернет, да, и даже в Трудовом кодексе Российской Федерации появилась новая глава, 49.1, который называется «Особенности регулирования труда дистанционных работников». То есть все это уже закреплено законодательно, и мы можем это делать. Какие же здесь есть риски? Это вопрос к вам. Снижение качества любой работы. Почему? Ну, потому что когда человек сидит рядом и занимается конкретным делом всегда, то он не отвлекается ни на что. А так, когда человек удален, то ты никогда не знаешь, чем он может быть занят. То есть снижение контроля. За удаленным работником сложнее следить и контролировать его работу, правильно? Ну, я согласна с вами. Вот Оксана пишет, личную встречу не заменит ничто. И с этим я тоже согласна. А почему личную встречу ничто не заменит? Впечатление, верно. Потому что мы получаем информацию не только из вербальных средств, но и... Из невербальных средств общения. А что это за невербальные средства общения? Жесты, мимика, позы. А бывает у вас такое, что вы смотрите на человека, и он так говорит вам честно, 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 а вы понимаете, врет. Бывает, то есть не доверяя вашим словам, вот что-то... Вот, потому что то, что он говорит, это только 7% вербалики, да, той информации, которую мы воспринимаем. Все остальное через невербалику, и сложнее контролировать, наверное, невербальные средства общения, нежели речь. Речь можно контролировать, и то не все это умеют делать, к сожалению или к счастью. Вот, а невербалику вообще очень сложно. Хотя, например, разведчиков этому учат. И у нас есть главный разведчик, который очень хорошо это умеет делать. Итак, по поводу виртуальных команд. Как я уже сказала, это действительно модный тренд, и многие пытаются отказаться от присутствия в офисе. Я хочу вам привести пример компании IBM, которая в 1979 году, давным-давно, вас еще, наверное, на свете не было, приняли решение оптимизировать затраты, снизить нагрузку на офисный сервер и установили 5 сотрудникам терминала, позволяющие работать из дома. Это был вот первый их опыт. Это оказалось настолько удачным, что вот по статистике в 2009 году IBM в отчете с гордостью отметил, что 40%
а у них 386 тысяч сотрудников на тот момент было в 173 странах, вообще не имеют офиса. То есть 40% работают удаленно. Что же произошло в марте 2017 года? Руководство IBM обратилось к 1000 своим сотрудников в США, которые работают удаленно, с предложением вернуться в офис. Почему? Потому что, когда они подсчитали расходы, они поняли, что расходы на офис, на аренду и на все прочее несопоставимы с эффективностью. Когда человек работает в команде, да, с другим человеком, то идет обмен не только мнением, но и энергетикой. И вот творческие какие-то идеи и так далее возникают не там, где человек сидит отдельно, хотя одиночки гении тоже есть, Перельман, там, я не знаю, Стив Джобс, например, тут понятно. Но большинство идей все-таки это коллективные идеи, мозговые штурмы различные и все прочее, один начал, другой подхватил и так далее. Вот. А такие компании, как Apple и Google, они вообще никогда не делали ставку на удаленную работу. У них всегда все в офисе. И вы видели, наверное, офисы Google, да, такие вот очень удобные, где можно и жить, и работать, и питаться, и все прочее. Еще один интересный пример хочу вам привести. Хотела найти ролик, не нашла этот ролик. Может быть, кто-то видел, тогда скиньте, пожалуйста, мне этот ролик. Значит, ситуация была следующая. Решили провести эксперимент, как люди получают информацию, насколько это выгодно. Проводилась диагностика утечки топлива. Все это происходило в полете, в кабине это имитированный полет, то есть люди находились на земле, но вот имитировали, в кабине Боинга. Там, понятно, места мало в этой кабине, и находились три члена экипажа. Слушают стенограмму. Диагностика утечки топлива. Им сообщили, значит, что утечка топлива. И в стенограмме, аудиозаписи в кабинете почти нет никаких переговоров. Что там было? Полетный инженер сообщает о забавной ситуации. Он говорит, забавная ситуация. Пилот говорит «хм», второй пилот говорит «ох». И все, 24 секунды устранили все неполадки. А потом, если сопоставить звук с видеороликом, ну, вот, к сожалению, нет, очень хотела бы посмотреть, то видно, что пилотам не нужно много говорить, чтобы понять проблему. То, что это критическая ситуация, подчеркивается языком тела, то есть невербаликой. Борт-инженер поворачивается к другим всем телом. Указательный палец тычет в топливный монитор, показывая, что уровень топлива очень низок. Рассказ о действиях, которые уже были предприняты, уложился в быструю серию жестов, несколько коротких реплик. И все. Вот несколько слов, и все уже решено, всем все понятно. Также примерно действуют дайверы. Вы знаете, да, что под водой там говорить нельзя, поэтому они изучают вот эти жесты и жестами общаются. Очень удобно. А теперь представьте себе ситуацию, если бы это было все по переписке, вот как Анна привела пример, по email. Один, значит, описывает, что произошло, второй получает и говорит, я вот это не понял, задает вопросы и так далее. Это займет, конечно, не 24 секунды, а гораздо-гораздо больше. Поэтому виртуальные команды, конечно, нужны при необходимости, если человек где-то далеко находится, понятно, мы будем действовать вот так, но личное общение никто пока не отменял, в ближайшее время, наверное, не отменят. Шестой миф. Большие команды более результативны, чем маленькие. Если проблема, привлекаем еще людей. Еще проблемы, еще людей. Почему нас, нет? Ну, как раз бюрократия начинается. Стало, начинается бюрократия. А потом затраты какие? Чем больше людей, больше зарплаты. Бюрократия увеличивается, затраты увеличиваются, а эффективность... А почему падает? Все правильно? То есть все толкутся на одной кухне, да, и мешают друг другу, и потом кто-то вообще разочарован, кто-то спрятался, там меня не видно, потому что толпа тут что-то там делает. Да. И, кстати, это очень хорошо объясняется магическим числом Миллера. Слышали про магическое число Миллера? Не слышали. А как выглядит эта формула? 7 плюс сколько?
Плюс-минус 2, совершенно верно. 7 плюс-минус 2, то есть от 5 до 9. Как Миллер вычислил, это оптимальное количество людей в команде. В любой, причем, неважно, проектная команда или вот наша с вами, да. Как он это вычислил? Он проводил эксперименты, предлагал людям запомнить за 10 секунд определенное количество предметов. Было очень много предметов. И затем предлагал их озвучить или записать. И выяснилось, что кратковременная память человека может усвоить, ну, всех по-разному, 7 плюс-минус 2. То есть от 5, если в спокойном состоянии, он 5 предметов легко запоминает. Ну, и у кого лучше, там развито внимание, память и так далее, до 9 примерно. Это вот и есть тот самый диапазон, в котором работают и команды. Они наиболее эффективны от 5 до 9. Следующий миф. 7. Команде не нужна дисциплина. Люди сами управляют собой. Это вот то самое, о чем мы говорили, бирюзовые организации. Сейчас тоже это модный тренд. Кто слышал про бирюзовые организации? Вот Греф рассказывает. Все. Греф рассказывает. Строят. Да, в Сбербанке они строят. Они строят. Я прошу без скептицизма. А вдруг построить, тогда вам будет стыдно за свои слова. Поживем, увидим, да? У меня тоже есть сомнения, но, опять же, а вдруг? Значит, поясню, что я имею в виду. Этот человек, Фредерик Лалу, он консультант и партнер МакКинзи и обладатель степени MBA, тоже обучался, молодец. Он написал книгу, которая называется «Открывая организации будущего». Если интересно, почитайте. Он достаточно интересно описывает. Смысл этой книги в том, что на протяжении длительного времени у людей были определенные отношения в коллективе. Ну и, как правило, в племени, допустим, да, вот достаточно долго, да, были определенные отношения. Есть вожак, все остальные ему подчиняются, сила главенствует и так далее. Вот. А в последнее время, вот это наше с вами, вот здесь сейчас мы находимся, вот так, наверное, да, в последнее время очень быстро все это меняется. И каждая структура организации, она имеет свой цвет и метафору. Красные, допустим, это силовые структуры, там тоже продолжается вот эта вот сила на первом месте, все прочее. Янтарная уже помягче, например, церкви, но все равно там жесткая достаточно иерархия. Оранжевая там еще помягче, не помню, честно говоря, кто. Зеленая – это бизнес, японский бизнес, семейный бизнес, да, совершенно верно. Вот, и, наконец, бирюзовая, пока она венчает все остальные, это вот самое-самое прогрессивное. В чем она заключается? Я вот эту картинку специально для вас приготовила. Это так называемая эволюционная. Это то, что организация, ну, в данном случае мы говорим о проекте, проект, да, это живой организм, что люди в проекте могут самоорганизовываться, что они могут эволюционировать, то есть развиваться самостоятельно, самообучающаяся организация такая, и такая целостность некая, да, и незыблемость. Почему я скептически отношусь к тому, что в наших организациях, тем более в крупных, бюрократических, иерархических, имеющих вот эту структуру иерархическую, можно построить бирюзовую организацию без перехода от янтарной, допустим, или оранжевой сразу к бирюзовой? Потому что внешние факторы, они имеют место быть. Например, в том же самом Сбербанке, для того, чтобы принять в коллектив нового человека, все собираются, то есть решение принимает не одно лицо, а вот весь коллектив собирается, проводит собеседование и вот выбирает лучшего. Ну, представляете, сколько это времени, сколько затрат, свои взгляды какие-то. И потом, да, они найдут человека, который будет очень хорошо работать в коллективе. Но, опять же, профессионализм никто не отменял. Некие элементы конфликтности, о которых мы сейчас будем говорить, тоже никто не отменял. Собственную точку зрения тоже никто не отменял. Вот, поэтому я немножко так вот скептически к этому отношусь. Но, с другой стороны, а вдруг? А что? А вдруг, да? Еще один миф, это 8-й миф, заключительный, который мы на сегодня рассмотрим. В команде не должно быть конфликтов. Ну, с самого начала я услышала реплику о том, что почему бы и нет, пусть будут, да. И вот сейчас хотела бы это с вами обсудить. Почему вы считаете, что конфликты нужны? В спорах рождается истина. В спорах рождается истина. Спор и конфликт – это одно и то же? Нет. Нет. Что такое конфликт? Конфликт – это неразрешимое какое-то
Может, но да, совершенно верно. Конфликт – это не совпадение мнений, столкновение интересов. А спор – это более эмоциональный такой, да? Беседа. Мягко так сказали. Спор – это беседа. Хорошо, пусть будет беседа. Прекрасно. Конфликт может перерасти в спор, правильно? Конфликты действительно бывают разные. Это могут быть организационные конфликты, эмоциональные конфликты, созидательные, разрушительные, конструктивные, неконструктивные, внешние, внутренние. Ну, в общем, совершенно разные конфликты. Есть определенные стратегии поведения в конфликте. Это тоже отдельный разговор. Вот, Оксана продолжает с нами общаться. Конструктивный конфликт будет на пользу, совершенно верно. И наша задача не избавиться от конфликтов вообще, а уметь с ними работать правильно. Это самое главное, пожалуй. Ну и в заключение я рекомендую, кого интересует тема управления командой проекта, рекомендую почитать такие книги, как, например, вот одна из книг называется «Работа в команде». Автор Кристина Оттл и Гитте Гертер. Это практическое руководство о том, как мастерски подобрать команду, отстроить ее работу и все это обеспечить эффективной коммуникацией. Книга написана понятным языком, с небольшой долей юмора и картой для действий. То есть это практикоориентированная такая книга, и в ней приведены яркие примеры о конкуренции, ревности, обучении и подборе. Еще одна книга, которую я тоже хочу вам порекомендовать, называется так: «Почему не работают команды?» Автор Харви Робинс и Майкл Финли. Это книга о командном интеллекте, то есть знание того, как работать вместе. Это команда, которая осознает, какие у них есть плюсы и минусы, и действительно умеет разрешать различные конфликты. В том числе вот в этой книге есть и мифы, не те, о которых мы говорили, но частично, может, где-то пересекаются, но есть еще и свои интересные мифы о командах, и, которые могут действительно помешать наладить такую работу и как с ними работать. Еще одна книга, которая мне очень нравится, я эмоционально к ней привязана, хотя менеджеры проектов, серьезные менеджеры проектов, ее не воспринимают серьезно, они говорят, что это сказка. Но я, наверное, как девочка, люблю сказки, поэтому она мне нравится. А кто-нибудь читал «Работа в команде», почему не работают команды? Нет? Да, ну вот у вас будет возможность почитать. А кто-нибудь слышал про ту книгу, о которой я говорю? Она называется «Дедлайн» или «Роман об управлении проектом». Написал Том Демарко. Слышали? Не слышали? Вот особенно женскому полу рекомендую, потому что книга написана необычно. Это действительно роман. Там есть сюжет, в том числе и такой взаимоотношений мужчины и женщины. Вот. И он построен на конкретных фактах. Том Демарко не единственную книгу написал, несколько книг написал. У него очень хороший опыт по управлению проектами. И там, вот в этой книге, он даже для человека, который не сведущ в проектах, который ничего не понимает, простым языком объясняет на примерах, как это происходит. Вот через какие-то события, которые происходят в этом романе. Там есть, например, вот ситуации, когда проект не удавался, и они набирали побольше людей, и он боролся с этим, и говорит, что мне не надо больше людей, и вот чем все это закончилось. Ну, там такие личностные отношения. Поэтому эта книга тоже достаточно интересна. Ну и, конечно же, я вас приглашаю на курс «Управление командой проекта. Роли и компетенции руководителя проекта», потому что на этом курсе минимум теории. Теория у нас дана в PMBOK'е, а максимум практики. То есть там мы отрабатываем и метапрограммы, о которых я сегодня говорила, и про конфликты говорим, и другие инструменты, которые сегодня упоминались. Ближайшая группа 21-22 марта на Белорусско-Савеловской будет проходить. Это четверг и пятница, целый день. Ну, а дальше, кому интересно, посмотрите по расписанию. И теперь я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо вам за ваши вопросы. Мы с вами на сегодня прощаемся. Если остались вопросы или возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться по корпоративной почте osvetloshovasobaka@specialist.ru. Всем большое спасибо и до встречи в нашем центре.